Вот такой комментарий мне оставила на ютубе очередная женщина. Ничего нового она не сказала, как обычно мужчина должен, но на примере этого комментария я бы хотел поговорить немного о другом. Женщина присваивает себе единоличное право решать, какой мужчина нормальный, а какой нет. Причем, естественно, никаких оснований для этого у нее не имеется. А поэтому возникает вопрос, стоит ли вообще воспринимать мнение женщины всерьез? Ведь она может сказать вообще все, что хочет, и никакой ответственности за свои слова женщина потом не несет. Ну вот сказала вам женщина, что вы не настоящий или ненормальный, вы что, ее будете за это на дуэль вызывать? Да, конечно, нет. То есть женщине практически все, что бы она ни сказала, всегда сходит с рук. И в такой ситуации я считаю, и меня никто не переубедит, что мнение женщины для мужчины это просто пустой звук. То есть она может трещать, как хуй в коробке, но зачем прислушиваться к тому, что она говорит? В тех странах, в которых по отношению к женщине сохранились остатки здравого смысла, показания одной женщины даже не учитываются в суде. То есть все прекрасно понимают, что если баба никакой ответственности за свои слова не несет, то и слушать, что она говорит, тоже не надо. Ну и уж тем более не надо с ней спорить или что-то ей доказывать. С точки зрения ответственности за свои действия, женщина не является в полном смысле дееспособной. Даже согласно Уголовному кодексу, когда женщине выносят наказание за какие-то преступления, всегда делают скидку на то, что она женщина. То есть ее судят точно так же, как человека, который на момент совершения преступления находился в состоянии помутнения рассудка. Но ведь вас же не интересует, что о вас думают какие-то душевно больные. Тогда почему многих мужчин очень сильно беспокоит, что о них думает женщина?